Одна из фишек аниматрона – маска. Попробуем использовать ее для того, чтобы создать простую рекламу. Выберем анимированный фон в маркете. Поместим его на канвас. Мы заранее заготовили два кружочка. Это будет как будто поле зрения, как будто мы смотрим в бинокль. Теперь правой кнопкой мыши в строке «Бинокль» мы должны поставить галочку «Маска». Теперь мы как будто смотрим через эти два отверстия на наш фон. Временно выключим маску для того, чтобы заставить перемещаться наш бинокль по канвасу. И нарисуем траекторию, по которой он будет передвигаться. Для этого мы копируем нашу траекторию. Потом выделяем наш бинокль и привязываем его к пути. По умолчанию 10 секунд будет происходить это движение. Ускорим его до 7 секунд. Привязка к траектории. И вернем, включим опять маску. А саму траекторию сделаем невидимой.